Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Трапмастер. Мастер ловушек, одним словом. И знаешь, какая беда? Беда в том, что очень жесткие противники пошли против меня. Так, что это за сундук такой? А ну-ка, открываем сразу. Какая-то ерундовина на самом деле выпала мне. Попробуем сегодня пройти, конечно, чуть-чуть, хоть сколько-нибудь. Я правда, не уверен, что получится. Ты посмотри просто, против кто против нас идет. Видишь, вот эти вот бронетанки, вот они вот тут с правого края. Бронетанки, вот действительно, я тебе говорю, это... Нет, можно, конечно, попробовать на 3 звездочки допройти все этапы. Все-таки, наверное, что-то нам за это будет полагаться. Что скажешь, если мы, например, пройдем с тобой 4-й этап на 3 звезды? Еще уровень сложности. Пока мы играем на обычной. Я манал на суперсложном. Выпендриваться здесь. Бесплатный сундук. Я могу открыть сундук гордости. Могу вот это забрать, кстати, бесплатно. Покупка завершена. Нет, мне не надо. Нет, двойная награда, это получается 10 пушек будет. Ну, я перебьюсь. Я перебьюсь. Такс. Ну, в принципе, наверное, пока тут все, я, наверное, возьму все-таки сундук гордости. Оу, эпик. Так, минка. Вентилятор. Так, шипы, огнемет. И... новая карта? Нет, ребят, не новая. Не новая. Тогда еще. Нет, больше не хватает. Не хватает, больше захотел. Губишки раскатал, еще, говорит. И еще давай, ага. А что, мне не хватает хоть и сказать на прокачку? 450 нужно. Как тебе такой расклад? 200. А у меня 186 монет. Все, ребят, короче. Пошел я, попробую пройти 4-ю миссию. И главное, даже не глянул, кто у меня там есть. Молодец, Рэй. Трудно жить в этом мире без навыков. Поэтому для вас я кое-что подготовил. Иди ты со своими навыками. Давай сделаем так. Так, плевальщика. Да-да-да, обязательно эту штуку ставим. Сделаем так. Плюс замедляха. И вот так, поехали. Так. Ну, я думаю, что с этими-то хламонами мы справимся на изи. Перезарядка у тебя долгая, парень. Долго, я тебе говорю, перезарядку тебе. Так, снеговик пускай стоит здесь, будет замораживать, если что. Сразу следующая волна. Не будем тут ничего ожидать. Уровень навыка 2. Бомбардировщик, двойной синтез или метеор. Давай метеор возьмем. Погнали. Ребята, проходим на 3 звезды, как я уже и говорил. Если, конечно же, получится. Мне бы лично очень хотелось бы, чтобы получилось. Так, премиальная установка. Камни за... случайное изменение. Так, я уже забыл. Увеличивает количество маны, получаем процент из ловушки. А как у нас синтез ловушек-то делается? Я уже не помню. По-моему, вот так вот, да? Точно. Даже надо забыть, что такое синтез ловушки. Давно не играли, поэтому и забыл, ребят. Ну. Отлично. Отлично. Получили свои ханорики. Так, уровень 4. И тут тяжелые самоцветы. Давай, наверное. О, ускорение атаки. Всех ловушек, конечно же. Конечно же. Ускорение атаки. Всех ловушек. О, какой красавчик у нас стоит. А? Снеговик. Дядя Сэм, снеговик. А что, не могу больше? Могу. Конечно, могу. Летуны, ну вы-то куда идете, а? Полетели они. Ты сам все видел? Тут без комментариев. Подожди, они мне, оказывается, уже бочонки-то все уничтожили. Они бочонки-то мне все уничтожили. А я даже и не видел. Ну, я медуля.
Да-да-да-да-да-да-да. Вот так вот, давай бомби их. Куда такие жесткие, знаешь, смотри. Да не пропущу я никого здесь. Ни один шипзик здесь не пройдет. Неужели на 3 звезды пройдем? О, большой слайм идет, ребят. Он еще и на маленький рассыпается. Ребята, этап у нас этот пройден на 3 звездочки. Давай так сделаем. И вот так. Открыть все. А, была, не была. Да-да-да, именно все я хочу забрать. Подтвердить. Значит, мы прошли с тобой этот этап на 3 звезды. Да? Да. А это говорит о чем? О том, что я сейчас получу сундук еще, кстати. И что вот, что это дает, вот эти вот билеты? Я уже не понимаю, что они нам дают. Так, а вот этот вот этап, сможем ли мы его пройти? На 3 звезды. У меня по прокачке денег-то... Денег хватит, кстати, хватит, ребята, денежек. Твою налево, не хватает, не хватает. Буквально чуть-чуть, ребят, буквально 5... Что такое-то, не могу понять, как мне закрыть-то это? Да куда ты меня перекидываешь? Может быть, это тогда улучшить? Автоматически наводится, стреляет пулями. Может атаковать наземные и воздушные цели. Опа, 5-й уровень. 5-й, ребятушки, уровень. Ну что? Наверное, все-таки надо пытаться. Блин, сколько следующий уровень? 6-й, например, сколько нужно? 300 монет. Ладно, ребят, я рискну. Я все-таки рискну пройти этот уровень с боссом. Не забывай, с боссом именно. На 3 звезды. Это мы ставим сюда. Так, подожди. Подожди. Я оставил любовь позади, да? Помнишь? Да-да, Корнелюк был такой. Ну, почему был? Он и есть, в принципе. Так, ну что у нас тут получается? Пока все вроде бы нормально. Ну, это первая волна. И 7 волн будет! 7! Ребят, завязывайте. Слишком много. 7 волн это слишком дофига. Так, ну что нам тут выпадает? Двойной синтез, премиальная установка и награда за поражение. Что за... При уничтожении определенного количества врагов появляется ловушка. Ох ты. Что-то новенькое. Я такого не помню, если честно. Бочонок давай вот так вот сделаем. И надо нам вот эти вот улучшить. Что бегут супостаты. Я немножко ускорюсь, с вашего позволения, ребят. Ой-о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 й. А беда-беда-бедовая пришла. Люто. Так, что у нас там? Награда за поражение. При уничтожении определенного количества врагов появляется ловушка. Так, что-то я не видел, что ловушка какая-то появлялась, парень. Давай сделаем так. И все, что ли? Это все, что мне хватило? Снеговика давай улучшим. А этот бьет чисто по земле. Вон какие-то там у нас ключи выпадают. Ключи какие-то выпадают. Толку от них ноль. Так, жнец. С небольшой вероятностью противника с низким здоровьем забирается уморочный жнец. Давай, наверное, вот это вот возьмем. Жнец, пускай нам помогает жнец. Выходит и забирает их души. Несчастные души. Мне бы надо... Где жнец? Блин, ребята, жнеца... Насчет жнеца не знаю, но... Насчет жнеца не знаю, но снеговика мы его затоптали. Где-то только 5-я волна. Да ну, хорош, это что такое? Что за летучки такие мощные, эй? Скажи-ка, блин, мне на милость, что это за летучки, ребята?
Куда он потащил? Ну, это не, конечно, не, это не дело, ребята. Это не дело. Он утащил мой камень. Ускоренные атаки. А что за бомбардировщик, который защищает самоцветы? Блин, ну у меня самоцвет один уже практически утащили. Это вот эти вот шары, которые там летят по воздуху. Видишь, вот именно они. Я не знаю, почему они такие коварные. Оп, стырил и покатил. Не получится, да, у меня пройти здесь свет. Да. Судя по всему, не получится. Этот самоцвет не стырит у меня моментально. Проклятый самоцвет, воротник, постепенно теряет здоровье. Где-то раньше-то был, блин. Почему здесь нету, как в какой игре-то у нас? А, в Undertale, да? Что, можно... Нет, не в Undertale, а... Нет. Нет. Ребят, ну он тут тащит. Все, я, короче, заново. Да. Я хочу заново. Тут проиграли. Ну как же так-то? Да не надо мне этого всего. Дайте мне просто сыграть. Просто, я просто хочу сыграть этот, победить. Просто хочу победить. Блин, именно воздушные, ты понимаешь? Именно воздушные гаденыши утаскивают. То есть снеговик как бы тут бесполезен получается. Вот в чем беда-то вся. Мне это не нравится. Что эти шары, они идут как раз именно по воздуху. То есть вот, вот этот вот пузырек. Только там немножко усиленный, по-моему. Тут можно еще даже, наверное, снеговика поставить им назло. Да, у нас очень мало противовоздушки. Очень мало. Поэтому предлагаю усилить. Так, снайпер, награда... Давай снайпера, наверное. И улучшаем наши ловушки. Ой, снайпер-то какой-то хлыщеныш. Наносит маленький урон. Что-то метит. Ну, ловушки, ну... Слушай, ну справились. Усилим, наверное, все-таки нашего партизана. Тяжелые самоцветы. Противник постепенно замедляются. Давай. Это, наверное, нам пригодится здесь. Постепенное замедление это. Снеговик, улучшаем тебя. А вон эти, по-моему, слаймы, да? Это они? Или это другие? Блин, они мне так лук уже практически разнесли. Друзья, что за фигня такая? Проклятые самоцветы, теперь выберем. Лук-то у меня почти все, еле-еле там, ребят, на ладан дышит. Ракетницу я усиливаю. Куда? Ну куда? Вот. Вот все равно проходит, а? Че бы ты ни делал, все равно, ребят, проходит. И лук. Лук разнесли мне. Че я теперь без лука буду делать? Я без лука, как без рук. Шучу, конечно, но все равно неприятно, ребят. А это именно то, что, о чем я тебе говорил. Ну? Пипец. Постепенно, говорит, теряет здоровье. Где? Жнец, бомбардировщик, метеор.
Опять фиговый выбор я, наверное, сделал, блин. Да не надо мне замедление, успокойтесь. Уж не знаю, ребят, насколько... Ну, пока держусь. Да. Выдержал, я выдержал. Два снеговика, кстати, эти хороши. Так, увеличивает атаку всех ловушек. Последняя волна, ребят. Выстоим, будем молодцы. Не выстоим, будет плохо нам. О-о-о. Это еще что там за квазимодыч идет? Друзья, это что там за квазимодыч идет? А какого ли... Как вы могли, как вы посмели? Ты посмотри, смотри, 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 тащит здоровяк. Есть! Три звезды. Друзья, три звезды. То, что хотел, то и получил. Так, осталось два. Давай тогда же все откроем полностью. Че ж тут мелочиться? Ну вот, все награды подтверждаем. Ну что, я предлагаю, наверное, и следующий этап тоже попробовать пройти на три звезды. Так, что тут у нас? Так, 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 и сундук. Типа сундук-ловушка, что ли? Ну, допустим. Так, монет 344 должно у нас хватить на улучшение. До 6 уровня прокачиваем наш пулемет. Отлично. Следующее улучшение стоит 400. Чертовски дорого. Подожди, у меня хватает же. Ох, 7. Сколько урон? 88 получается. Монеточек практически не осталось. А следующий этап у нас идет 6. Тут эти вагонетки, блин. Идут злодеи, вот они. Злодеи. На вагонетках. Блин, а на вагонетках нам, наверное... Я не знаю, ребят. Против вагонеток, по идее, перчатка должна вроде как эффективно работать против них. Они еще очень быстро едут. Поэтому тут нужен, наверное, снеговик, чтобы их замедлить, потом расстреливать их. Как-то так, наверное, я думаю. Пулемет. В общем, давай смотреть. Ну, понятно, что первые враги самые легкие, поэтому можно тут ускоряться спокойненько. Да как сказать, блин, спокойненько? Нет, друзья, нифига не спокойненько. Абсолютно не спокойненько. Да, хитро. Так, что значит улучшенный выстрел? Выпускает пули при синтезе ловушек. Одна пуля может поразить до 3 противников. Одна пуля до 3 противников при синтезе? Это что-то новенькое. Ну, синтез — это когда мы улучшаем ловушку, если кто не знает. Что-то... Вот, 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 ребята, вот я вот. Ну что это, ну. Все, ребята, я понял. Стоп. Какое, конечно, тут это бред, ребят, это просто бред. Они уже пришли и начали. Короче, здесь очень много наземных врагов, поэтому в наших интересах здесь ставить именно наземные ловушки. А наземных ловушек у нас фиг да нифига, если честно. Да не надо, ты уйди, дед, со своей этой фигней. Очень мало. То есть нам надо вот этих вот стебельков, так скажем, больше ставить. Получается. Ну да, что-то типа того. Давай посмотрим. Опять же, только верхний этаж типа усилил,
А толку от этого ноль. Они быстро все равно попадут на следующий этаж. У ловушек есть определенное количество времени на перезарядку. Это не думаю, что они там будут вечно бомбашить. Нет, конечно. У них есть определенное количество времени, отведенное им. Ну, ты... Вы издеваетесь. Хорошо, хоть далеко не унес. Блин, какой-то, а. Бомбардировщик давай, что ли, возьмем. Я не знаю, что помогал как-то нам. Он стоит там на золоте. Типа помогает нам. Вот эта пулеметка, она вообще работает? Нет, она... О, все, едет, ребята, чепушила. Как... Ты ч... Ты... Ага, мы его, значит, подбиваем, а он еще после этого бежит. Засранец несчастный. Появляется ловушка. Если тут на три... Ну как вот, ребят, ну как? Короче. Насколько я могу понимать, нам надо не первый этаж. Блин, как не первый этаж-то? Как не первый этаж-то, когда первый нам нужно? В общем, я хотел, блин, убрать эту бочку, что ли. Если я бочку беру, что мы можем поставить? Мы можем поставить валун вот этот вот. Давай вместо бочки поставим вот этот камень. Я думаю, не надо объяснять, зачем этот камень, что он делает. Он не пропускает этих вот чувачков на тележках, которые едут. В общем, всю эту пакость. Просто поставим с тобой вот здесь вот. Перед ним вот так вот поставим. Плюс снеговика еще здесь. Бочка очень медленная, поэтому бочку мы пока не будем трогать. Вот как так тебе расклад? Нормально? Валун нужно улучшать, ребят, постоянно, чтобы его не уничтожили, не пробили. Постоянно улучшаем камень. Это даст нам небольшое подспорье. Особенно против вагонеток. Так, снайпера возьмем. Ну, раз другого ничего не дали, так берем снайпера. Такой маленький урон он наносит, этот снайпер. Эта пушка еле-еле, ребята, стреляет. Я прям в шоке. Вот они начинают ломать. Я не сломаю сейчас ее. Ну, тырки, а ты посмотри. Ну, они сломали мне стену. Усиление атаки, ускорение атаки. Нет, снайпер это не то. Ай, едет, ребята, вагонетки не то. Ну, не вагонетки, а этой. Их там что, двое, что ли, я не могу понять. Дай стену, говорю. Стену. Они не могут вышел. Ребята, этот засранец взял и вышел. Он просто сломал стену и вышел. Ну что ж тогда делать-то, если стена не идет? Так, давай посмотрим, тут 600 монет дают. Ну, чего нам тут дали? Понятно. 600 монет меня больше интересовало, поэтому, ребят. И сундук. Так, я могу уже улучшить, да, получается? Стену, что ли, улучшать? Давай стену улучшим. До 8 уровня. Запас прочности 1558. Ну, как бы, я считаю, неплохой, ребята, это задел. Электрическая. Выпускает
в наземных противников. Давай в наземных противников. 4 уровня. Урон, конечно, не особо такой мощный. И она дороговато стоит, если честно. Но я думаю, что вместо вот этой можно использовать вместо вот сюда. Попробуем, ребята. 3 звезды, сам понимаешь. Это тебе не хухры-мухры. Тут все-таки... Что, опять мне ничего не дали? Твою налево, а. Стена. Может быть, стену здесь лучше поставить? Как-то вот так вот. Давай посмотрим, что из этого вообще может получиться. Тут всего 3 волны, ребята. Ну, 3 волны ты видел, зато какие. Все. Пшикнул, прыгнул. Ну как ты? Она бомбит, кстати, неплохо, если честно. Ну да. Есть потенциал в этой электрической ловушке. Долго перезаряжается, конечно. Но есть что-то в ней. Так, проклятый. Так, увеличит количество маны, получаем при синтезе ловушки. Стоп. Каменную сделаем. Но опять же, сделать-то сделал, ребята. А где основные мои... Кто будет урон-то наносить? Я вот тебе о чем говорил. А это что, это только воздушно, что ли, бомбит? Нет. Да ладно. Не канает, ребят. Я уже, честно говоря, даже не знаю, что делать. Как вас, гаденыши, победить? Угу. Так, еще 600 монет получил. Слушай, нам вот так, прокачиваться и придется, наверное, по 600 монет постоянно брать и прокачивать наши карты. А как еще? Какой у тебя еще есть вариант? Я, например, не знаю. Блин, ну че про... Ты, блин, мало ты урона наносишь. Она медленная. Она медленная, ребят. Не хочу я ее. Ну что мы можем взять? Мы можем вот эту штуку взять. Она их выкидывает обратно вниз. Это вот мина, что она делает у нас? Я уже не помню. Тут, мне кажется... Давай так сделаем. Фугас. А, он урон по области наносит. Но он одноразовый, да? Или нет? Нет, он не одноразовый, ребят. Допустим. Уберем, наверное, молнии, да? И поставим... Ну, вот огнемет. Вот эти все, которые наверху, это бесполезные. Вот эти вот. Нам нужно именно... Которые наносят урон именно на земле. Вот от них, да, будет толк. То есть от всяких там шипов, ловушек и все там подобное. Пробуем. Выбора-то не особо нет у нас. Да, я знаю, что трудно жить там в мире без баланса. Это вот так вот, или сюда ее поставить. Сюда, наверное, лучше. Вот фугас заодно и проверим, протестим. Давай смотреть. Первая бригада гоблинов пошла.
И все? И ребята с доброй, с чистой совестью пошли обратно. Как ты это видишь? Да, ребят, фугас — это какая-то штука одноразовая. Одноразовый снайпер. Так, ускорение атаки. Давай смотреть. А шипы много урона наносит? Я, кстати, не посмотрел. Сейчас глянем. Да. Если честно, это вообще ни о чем. Урон ни о чем. И стену они мне сломали, конечно, в мгновение ока. Фугас вас тут ждет. Так, с... О, возврат самоцвета. Возвращение... Вот это я понимаю. А, возвращение одного самоцвета на поле боя. О-о-о-о-о-о-о-о. Ну, заморозили. Пускай наверх их выкидывает. Куда? Неужели пройдут? Да не, ребят. Я умываю руки. Я умываю руки. Они стырили все самоцветы у меня, понимаешь? Ну как ты тут будешь? Вот как против них тут совладать? Ну, что у нас тут? Вообще, я просто, ребята, в шоке от того, как тут все происходит. Огнеметочка. Огнеметка, как ты видел, оказалась на самом деле, ну, не то, что я от нее ожидал. Так, 10 карточек. Вал. Да, получается, мы получили вал. Каменный, которую можно улучшить, на которую даже денег не хватит. Ну что, друзья, давайте я на этой ноте сегодня закончу. В следующей серии кровь из носу попробуем пройти этот этап на 3 звезды. А последний этап, вот этот вот, который вот, где я остановился, 8-й, да, по-моему, 8-й. Вот эти вот, вот видишь, вот эти вот вагонетки, да? Так вот, вагонетки — это фигня по сравнению с этим танком. Потому что этот танк, его не пробить. Я не знаю, я пока, наверное, не получил то оружие, которое может с этим бронетанком справиться. Но вот этот мой горохострел, который бомбит в него, он практически от него не получает урона. И он такой же скоростной, такой же быстрый. Только, наверное, в раз 5 жирнее, чем вот эта вот обычная вагонетка. Ну что, ребята, на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.